Вес этих пациентов исчисляется граммами. Размер их сердец меньше куриного яйца. Еще 10 лет назад они считались безнадежными. Почему новорожденные с родильного стола попадают на операционный? Доктор ответит на все ваши вопросы. 13 мая о врожденном пороке сердца. В студии Сергей Шорохов, главный внештатный детский сердечно-сосудистый хирург Самарской области. Программа «Звоните доктору». 13 мая в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».